Ну что, всем привет! Наступил декабрь, пора начинать кататься на сноуборде. Я нахожусь в новинках, сейчас пойду. Вот тут новинки, они находятся вдоль трассы под Нижним Новгородом. Сейчас пойду открывать сезон. Ну вот очень повезло, что зима в этом году началась тогда, когда и надо начаться, то есть в декабре. В новинках уже выпало достаточно снега. Вот здесь вот пока, к сожалению, работает один склон, но тем не менее для начала зимы, для того чтобы только встать на доску, это очень даже хорошо. Сейчас я поеду вниз, погляжу. Так, сейчас я поеду вниз, значит, погляжу, что тут и как. Попытаюсь записать. Сейчас попытаюсь втопить по максималке. Ну, в смысле, контуюсь, но не торможу. Вот тут такая чудесная береза. Чуть не врезался. Вот там вид назад. Я на этом подъемнике буду подниматься. Запись я выключу. Ну что, поехали, догоняешь что ли? Давайте, сниму. Ну просто, вон Женек поехал. Ладно, Женька тогда сниму. Пока он не видит. Догнать его еще надо. Едет наш главный QA-щик. Помахайте ручкой. Это сейчас исполнил вертолет. Красавец. Не, нормально, кстати. У тебя голова не кружится? Нет. А я когда вот так делаю, у меня голова. Сейчас попробуем вот так вот сделать. Опа. 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 Всем привет! Я нахожусь в новинках под Нижним Новгородом. Вот здесь идет снег. Сегодня стоит замечательная погода. На улице декабрь. Вот этот вот подъемник, он называется Швабра. Ее запустили. Здесь можно кататься. Сейчас вот я катаюсь. Сейчас на самом деле, хотя и выглядит ночь, но на самом деле около 7 часов. Сейчас я подъеду к склону, чтобы показать, какой он. И когда покажу, попытаюсь поехать. Ну не знаю, тут на камере, наверное, не видно.
Но сейчас вот в эту потьму, вот эти потьмы туда. Вот, а это вот белое пятно, это река Ака. Там автозавод. Ну что, сейчас я поеду, но, наверное, все будет скакать. Ну, как уж выйдет. Извиняйте. Вообще около Нижнего Новгорода, можно сказать, 4 полноценных горнолыжных склона. То есть вот этот вот, где я сейчас катаюсь на Винке, Хабарская и Террасский парк. А также есть довольно далеко в Гороховце так называемая Ужалова гора. Вот. У новинок есть один неиспоримый плюс, который меня нравится. То, что они находятся очень близко от Нижнего. Буквально я от дома до сюда ехал 40 минут. Для Нижнего это очень быстро, учитывая, что я проехал пол Нижнего еще за город, километр 5. И второй момент, что здесь вот этот склон, он, пожалуй, у него уклон вот такой, какой, ну, надо. То есть я, конечно, катался и более крутые склоны, но это тоже вот, тут можно разогнаться и очень так неплохо. Поэтому вот здесь мне, наверное, нравится больше всех. Хотя, конечно, надо кататься везде. Сейчас поеду еще один спуск. Я вообще работаю программистом, то есть я сижу по 12 часов в день за компьютером и больше. Соответственно, вот сноуборд – это то, что как бы каждый должен попробовать. Потому что такое бывает, ну, я не знаю, что может быть круче, только разве что, наверное, кайт или картинг. Я не знаю, что еще можно найти более такое сопоставимое, что вот, что настолько дает выброс адреналина. Ты вообще, самое прикольное, что вот у тебя ноги намертво сделаны к какой-то пластиковой круглой штуке, а тем не менее ты не падаешь, едешь и чувствуешь себя даже увереннее, чем на ногах стоишь. Вообще это какое-то просто гениальнейшее изобретение. Во-вторых, когда вливаешься в эту движуху, всегда есть повод куда-нибудь съездить в новое место. Допустим, куда-нибудь в Андорру. Можно куда-нибудь съездить в Хибины покататься. Ну и вообще,
каждый русский человек, вон, может быть, не все любят зиму, но зима настолько естественное состояние для русского человека и снег, что ну просто каждый должен любить либо лыжи, либо вот новомодную штуку сноуборд. И ты сливаешься воедино с этой белой снежной массой. И это и есть вот моменты счастья.